Это весна в Николаевском зоопарке пополнение. Родились детеныш леопарда дальневосточного. У самочки Евы и у самца Рая родился детеныш, мальчик. Сейчас он находится на летней площадке. А гуляя по территории, можно видеть, как они играются с мамой. У нас родились детеныши игрунки обычной. Находятся они в отделе приматов. Это представитель Южной Америки. Живут они небольшими группами на деревьях. Это краснокнижные животные. Как раз они достались нам по программе. Двое детенышей, которые рождаются 25 грамм. Получается, мама носит и папа. Мама кормит, а папа носит по очереди. Едят они, как бы сказать, все, фрукты, овощи, там мышей новорожденных, там хрущак такой для витаминов. Витамины капаются в кашу, детское питание, ну, как обычно, как животные едят. Также у нас пополнение на дедовой хате. Камерунская овечка и чехрогая овечка. Родились по двое детенышей, которые сначала были в закрытом помещении специально, а сейчас уже можно их увидеть на дедовой хате. Так погладить, вот, ближе посмотреть, полюбоваться такими милыми животными. Также недавно у нас родился маленький зубренок, которого можно увидеть на антилопнике. Первые зубры в нашем зоопарке появились в 1980 году. Папа этого детеныша приехал из киевского зоопарка в 2010 году. И в 2013 году приехала из сталинского зоопарка мама. Ее зовут Гая. Вот, и это уже третий их детеныш. Мы его назвали Мустанг. Мама у него очень строгая самка. Вот она даже вот, не подпускает к решетке близко с людей, которые даже ее кормят и обслуживают. Она очень строгая. И когда у нее рождается детеныш, это свирепая овчарка. С ней очень опасно работать. И ребеночек родился под стать маме. Он с первых дней начал бодаться. Нападает на людей, бодается и с разгоном прям лбом бьет, хоть маленький, но бьет сильно. Уникальная возможность у вас увидеть медвежонка, полярного медвежонка, который родился в декабре месяце. Вот уже детеныш подрастает, ему уже больше 4 месяцев. Сейчас находится с самочкой Зефиркой, с мамой Зефиркой на летней площадке. Это первый детеныш в Николаевском зоопарке белых медведей за 50 лет. Аист этой весной прилетел к новым нашим животным. Вы можете посмотреть, увидеть в нашей экспозиции детенышей прекрасных, веселых, забавных. Приходите к нам в зоопарк.